Сборка двери системы «Нова» с зеркалом или стеклом. Подготовьте наполнение и профиль необходимого размера для двери, используя таблицу расчетов. Ссылка на таблицу в описании. Перед сборкой двери необходимо обработать кромки зеркала или стекла. Фрагмент двери с зеркалом или стеклом может быть в верхней, средней или нижней части двери. Также наполнение со стеклом или зеркалом можно установить единым фрагментом без делителей. Для сборки фрагментов двери с зеркалом или стеклом понадобится профиль для рамы узкий и профиль для рамы широкий. Широкий профиль используется для фиксации нижних роликов и кронштейнов. Нанесите праймер на плоскую поверхность профилей. Также обработайте края зеркала или стекла. После высыхания праймера наклейте двухстороннюю клейкую ленту толщиной не более 0,3 мм на плоскую поверхность профиля. На широкий профиль фиксируем две ленты по краям. Зафиксируйте на зеркале узкие профили по вертикальной стороне. У узкого профиля есть внешняя сторона. Закрепите широкие и узкие горизонтальные профили на краях зеркала или стекла согласно проекту. Зафиксируйте дополнительные узкие профили для высоких фрагментов зеркала или стекла. Стяните профили уголками. Зафиксируйте горизонтальный профиль на наполнении. Для точного позиционирования рекомендуется на обе боковые поверхности панелей предварительно установить небольшие отрезки вертикальных профилей. Если вставка с зеркалом, то на внутреннюю часть профиля наклейте уплотнитель. Закрепите горизонтальный узкий профиль на соответствующей детали полотна саморезами 2,9 на 19, исключая зазоры между лицевой стороной панели и профилем. Составьте все части наполнения на столе. Установите небольшие отрезки вертикальных профилей на боковые поверхности панелей. Плотно соединив торцы полотен наполнения, скрепите их соединительными пластинами. Для фиксации в профиль используем саморез 3,9 на 9,5. Для наполнения ЛДСП 3,9 на 16. Рекомендуем для различных панелей толщиной 16 мм, кроме ЛДСП, использовать саморез с пресс-шайбой 4,2 на 13. При установке пластины на тыльную сторону широких средних профилей также стяните элементы между собой саморезами 3,9 на 16 в центре профиля. Для крепления пластины к врезной ручке используйте 4 пластины и саморез 3,9 на 9,5. Наклейте уплотнитель на внутреннюю часть профиля в местах контакта с зеркалом или стеклом.
закрепите профили к наполнению, используя соответствующие саморезы. Установите на дверь фурнитуру согласно проекту. Подробное видео по сборке двери по ссылке в описании. Зафиксируйте вертикальный усилитель к полотну двери, используя соответствующие саморезы. Установите шлегель в пазы на тыльной стороне вертикальных профилей. Для удобства транспортировки рекомендуется крепить кронштейны непосредственно на месте установки дверей.